усиление вкуса мяса. Ну, такие косточки с мясом. Я срезала с телятины. Их нужно сначала взять и обжарить. Несколько минут обжарить. На этом этапе приготовления костей, вот мяса, останавливаем. Чуть обжаренные кости с мясом. Кладем в воду, доводим до кипения, снимаем пенку и варим полтора часа. Сколько? У таких костей вкус бульона бывает. Ну, когда вот мясо, когда чуть-чуть обжаришь и потом варишь, бульон бывает прозрачный становится, и вкус у бульона, ну, такой особенный. Так что варим полтора часа. Смешиваю тесто. 150 грамм муки, одно яйцо, 5 грамм соли и, ну, воды. Пока тут сколько? 20 грамм. Посмотрим, сколько возьмет. Не тугое тесто. Мелко-мелко накрошила картошку и луковицу. И вот бульон процедила. А за это время вот такое тесто сейчас раскатаю. Пока лук и картошка будет вариться, раскатаю тесто. Вот такая быстрая лапша. Сейчас в бульон ее. И как вскипит, минута-две. Вот себе я так люблю. С петрушкой обязательно черный молотый перец. Ну, это сухарики. А Таирка петрушки не любит. Балам, приятного аппетита. Пробуй. Спасибо. Лапшу и мясо. Очень вкусно. А теперь мясо. Все? Очень вкусно. Ну давай, приятного аппетита, Балам. Ага, приятного аппетита.